Всем привет! Сегодня в работе у нас была Лада Калина. Были установлены два усилителя, HeadShot 2.1800 и MDLAB 4 по 100. Нужно было добавить трехтысячник на сабовое звено. Просто так его добавить не получалось, поэтому было решено изготовить фальш-панель. Вот такая вот фальш-панель. Соединяет у нас две спинки теперь. И все эти три усилителя вот так вот аккуратно разместились. Все это подключено. Так вот, все это обработано. Никаких усиков, ничего не торчит. Все гильзы, стяжки, термоусадка. Вот так вот все это аккуратно выглядит. Эту машинку мы делали, по-моему, месяца 3-4 назад, если не больше. Здесь ставили мощный фронт из 4 пар даймондов. Вот, сейчас еще будет хорошая басуха. Здесь как бы басуха уже была, правда усилок был слабенький. Вот сейчас поставили трехтысячник, надеюсь в дальнейшем владелец решит поставить себе басуху мощнее. Пока у нас басуха будет HeadShot 15. Вот как-то так.